И еще несколько новостей, о которых нам хотелось бы рассказать, что еще важного происходит в нашем городе. В Ирбите стартовал ремонт дорожного полотна. Бригада ресурса сегодня провела работу по фрезерованию покрытия для устранения самых крупных повреждений на улице Орджоникидзе. А уже завтра здесь будет уложен первый асфальт. Для этого приобретено 10 тонн материала, которого, по расчетам специалистов, должно хватить, чтобы закрыть самые большие ямы. При этом отметим, основной объем ремонтных работ на дорогах Ирбита стартует в мае. Контракт на их проведение общей стоимостью порядка 40 миллионов рублей уже подписан. В его рамках будет выполнен ремонт улицы Подгорной, а также участка дороги от Логинова до Богдана Хмельницкого. Кроме того, ямочный ремонт будет проведен на всех улицах города, имеющих асфальтовое покрытие. Дворец культуры имени Костевича станет площадкой размещения пункта выдачи подарков, обладатели которых назовут уже 12 апреля. Ранее организаторы викторины «Опорный край», приуроченной к юбилею Свердловской области, заявили, большую часть подарков победителям будут вручать уже с 13 апреля в Екатеринбурге. А вот за мотоциклами счастливчикам придется приехать в Ирбит, чтобы получить их прямо на заводе. Напомним, викторина «Опорный край» прошла в нашем регионе с 15 по 18 марта. Каждый ее участник, ответив на несложные вопросы, получил юбилейную медаль. А сегодня многие с нетерпением ждут церемонии определения обладателей главных подарков, в числе которых 100 автомобилей, 45 квартир, 2000 смартфонов и 20 мотоциклов «Урал». Региональный оператор нацпроекта образования в Свердловской области «Дворец молодежи» вплотную подошел к началу работ по фактическому созданию в Ирбите технопарка «Кванториум», который станет центром технического и научного доп. Образования для юных ирбичан. Напомним, под размещение технопарка предусмотрено здание на Ленина 6. В ближайшее время здесь начнется большой ремонт общей стоимостью более 130 миллионов рублей, после чего «Кванториум» будет оснащен самым современным оборудованием для образовательной деятельности. Согласно планам Дворца молодежи, здесь юные ирбичане смогут знакомиться с основами IT-технологий, журналистики, архитектуры, промдизайна, автомобилестроения и логистики, биотехнологиями. Открытие «Кванториума» намечено на осень 2025 года.